Театр уж полон, ложи блещут. В эти минуты в Чувашском театре оперы и балета постановкой «Серпеге» открывается новый театральный сезон. К слову, в прошлом году балет «Серпеге» был признан лучшим спектаклем года на театральном конкурсе «Узорчатый занавес». Чебоксарский зритель, успевший за лето соскучиться по любимым артистам, с сегодняшнего дня может посещать все спектакли. В этом году постановок будет достаточно и новых, и давно полюбившихся. Наш корреспондент встретилась с директором театра и узнала, что ждет любителей оперы и балета в новом 54-м театральном сезоне. В сентябре наших зрителей ждут две премьеры. 18 сентября мы ждем наших зрителей на совместный проект симфонической академической капеллы и нашего театра. Это произведение Карла Орфа, Кармина Бурана и одноактный балет «Вечный свет» в постановке Галины Никифоровой. И, конечно же, в сентябре нас порадует наша, думаю, любимая артистка Чуваши, это Мария Иланова, приглашает на свой творческий вечер. Будет состояться премьера оперы «Дон Карлос». Ну и очень приятно, вот мы придумали такую акцию в сентябре для наших любимых зрителей, кто к нам придет с цветами, с букетом цветов, с садовых или с одним цветочком красивым, признается в любви к нашим артистам. В сентябре, вот с 12 по 28 сентября, вход для зрителей, пришедших в театр с цветами, бесплатный. Ну, в октябре к нам с обменными гастролями приедет театр из Сыктывкара, театр оперы и балета. Ожидается турне нашей балетной труппы по странам Европы, достаточно продолжительное. И, конечно же, после Нового года мы будем готовиться к постановке грантового спектакля, гранта главы Чувашской республики. Это постановка оперы «Нарспи». Ну и традиционно наши оперные, балетные фестивали, фестивали оперетты и много-много интересных событий ожидает нас в 54-м театральном сезоне. К слову, видеоверсию балета «Серпеге» вы можете увидеть в эфире национального телевидения Чувашии в ближайшее время. Следите за программой.